О своих успехах, неудачах и проблемах в реализации того вопроса рассказали представители прокуратуры, полиции, службы судебных приставов, судейского сообщества и органов местного самоуправления. В рамках круглого стола был выявлен ряд административных наказаний, которые практически не применяются. Например, установлено, что принудительно взыскивается не более 30-35% налагаемых штрафов. Речь шла и о типичных ошибках и недоработках должностных лиц, наделенных правом возбуждать дела об административных правонарушениях. Был внесен ряд предложений, в том числе по работе административных комиссий в сельской местности. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки вот эти полномочия либо в составе административных комиссий, которые работают на уровне района, были люди из поселений, которые знают своих нарушителей. В итоге участники круглого стола пришли к выводу, что областной закон нуждается в серьезной доработке, а правоприменительная практика – в совершенствовании. В связи с этим советник ректора ТЮМГУ Ольга Загвизинская предложила продолжить обсуждение на университетской площадке. В частности, провести обучающие мероприятия и правовую экспертизу по отдельным статьям и областному кодексу в целом.